нужны местные координаты. Вы правильно говорите. Что значит местные координаторы? Местные Бэтмены? Если вы ждете Бэтмен, вот я здесь, рядом с вами. Алга Казахстан, Алга ДВК. Местные координаты должны быть вы, активисты. Вот мы возвращаемся к нашим ячейкам. Для того, чтобы мы были организационно более сильны, значит, в каждом городе мы должны иметь реальные ячейки, которые связаны со штабом, которые согласованно действуют. Вот, допустим, мы имеем 200 ячеек в Алматы. Я возьму, к примеру, Алматы, да? Это приблизительно 1000 человек. Эти 1000 человек, получающие, скажем, ну, инструкции, взаимодействие со штабом, эти 1000 человек, как правило, точно могут привести с собой, ну, умножим на 5 тысяч человек. Вот представь, ядро 5000 человек, слаженная команда. И, как правило, к этим 5000 человек обычно сразу автоматически прибавляется именно с того города еще масса, минимум в 2-3 раза больше. Но для того, чтобы это произошло, нам нужно сформировать ядро. Ядро минимум 1000 человек, активистов в таких крупных городах, как Алматы и Астана. Минимум. В других городах 300-500. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.